что же, как и всякий праздник 1 сентября, он заканчивается торжественным входом в школу Вальдмата. И право первого звонка сегодня у ученика 11 класса 1 Александра и ученицы 1 класса Ульяны Глинка. Аплодисменты. Это первый звонок. Смелая девочка, правда, на такой высоте. Итак, первыми в школу входят в сопровождении наших выпускников и их помощников 10 класса, которые тоже уже смотрят на выпуск в целом. Первые классы. Первый класс Д. Классный руководитель Борисова Ольга Валентиновна. И 11 класс. Прошу. Уважаемые родители, освободите, пожалуйста. Уважаемые. Давай. Аплодисменты новым ученикам! Вслед за ними первый классный руководитель Акиншина Екатерина. Не теряйте букеты, малыши! Удачи вам! Улыбайтесь! Что это вы такие серьезные уже? Улыбайтесь! У нас радостная школа! Уважаемые родители, пожалуйста, фотографируйте путеследование. Самый главный и самый выгодный пост – это у парадного крыльца. Итак, наконец-то торжественный марш. Самых первых. И я не хочу употреблять другое противоположное слово. Скажу так, из самых взрослых подходит к концу